решили пойти на площадку. Вот так, утро. Макарушка, чё? Let's go! Привет, привет, моя радость. У нас сегодня очень сильный ветер, прохладно, прям очень. Макар был в кофтах. Хотела на спортивном велике поехать. Решила взять такой. Дети на великах. И мы такие два надзирателя. Еле плетемся с ним. Ева ест хурму, тащит мячик. Ничего поднимать не будем, это все с папой. Едь как едешь. Вот. А я детский рюкзак еще тащу на плече. Взяли водичку с собой, яблочки на перекус. Вот. Идем. Ты кого там нашел? Червяка. Червяка? Здесь червяки, блин, как змеи размером. Я думала, это змея, потому что он двигается как змея. И такой большой червяк. И он так двигается, вот как агрессор. Агрессор? Двигается как агрессор. Как змея. Короче, я думаю, это змея. А это не змея. Еще нашел червяка. Вот поехали, все, сын. А, вот все, Мишельчика, давайте. Макар, давай на тропинку. Давай на тропинку заезжай, Макарушка. Ой-то ты с тобой зимой. Ты мой послушный, давай. Заезжай, Макар. Мишель тоже на тропинку, быстро. Макар, до угла доедешь и жди нас, понял? Ты чем балуешься? Оля, пошли. Поехали, кто быстрее, Макар? Господи, Макар, на каждый муравейник плюнет, каждого червя потрогает. Каждый муравейник пальцем залезет. Что за ребенок? А? Как он их вообще видит? Вчера гусеницу в банку поймал. Чего ты потерял? Ящерицу ты, говорю, вчера ловил. Ящерица уже похолодало, все, они теперь так резво не бегают. Вау, сына, какой грузовик. Мишел, не лазь. Тем более, если это снейк-холл. Куда ты руками лезешь? Это не снейк-холл, я только что увидела. Господи, что за биологи у меня какие-то, зоологи? Ихтиологи. Как их еще назвать, я не знаю. Везде и в пруд пальцами залезут, и в дырки во все в земле лезут. Окей. Так, Макар, дорога. Жди нас. Молодец. Что это? Смотрю, я эксперт по этому. Эксперт по грибкам. Я себе здесь недюжиной волей сдерживаю, чтобы не срывать все эти грибы. Я такой заядлый грибник. А здесь... Столько нет, я не видела именно тот. Оранжево-розовый. Да, есть такие здесь. Но нет, все грибы, которые попадаются здесь, это прям мне стоит диких усилий себя сдержать. Мам, а я знаю, чтобы какие вкусные, сорвать. Какие нет. Да, ты откуда знаешь? Ну, я по грибам уже я не знаю, но. Чувствуй, куда? Не куда? Туда, не куда? Туда. Я просто книжки такие читала, которые умные, да? А, умные книжки читала. Ну да, энциклопедия называется. А, в Алмате ты читал? Няня тебе читала? Умные книжки. Понятно, няня нам в Алмате читала умные книжки, и мы теперь в грибах разбираемся. Вот так вот. Маши, Макар. Я в Алмате. Ой, мы тут... Счастье сколько! Это высший пилотаж, когда нам посигналили. Да, не в озеро, а в пруд. Пруд, в озеро.
Езжай, пожалуйста. Что ты этот велик катишь? Залазь и едь. Ты видела, как он испугался? Да. Вздрогнул. Но он не ожидал. Сынок, жди нас, сына. Сына, стоп. Макар, стоп. Вот надо вот так бежать с великом. Не проще сесть на него и ехать. А? Как думаешь, остановится или попрется через дорогу? Моя умница ждет. Да ты мой сладкий ребеночек. Да? Да. Стой, нам Сина, там дорога. Учеба. Ага. Учеба экстрим. Вот. Мишель, садись тоже давай. Ну, здравствуйте, сейчас домой тогда пойдем. Еще бы ты велик мне не возила сама. Садись. Если он сейчас поедет не туда, кто нам его догонит? Бегом. Так на меня глянула. Ева, по какой стороне пойдем? Сынок, ну вот он теперь тебя копирует, тоже слез. Туда прямо есть? Давай, садись. Залазь, Мишель, быстро. Так, сейчас ты пойдешь домой со своим велосипедом тогда. Да, вот сюда пойдем. А можно и на Ленар, кстати. Я в последнее время только на Ленар. Давай на Ленар пойдем. Давай, надо. Ой, мы живем в раю. Господи, посмотрите вокруг, какая красота. Просто нереально. Хоть сейчас и ноябрь. У нас все зелененькое. Макарушка, куда полез? Сына, не надо туда ходить, в кустики. Мишелечка, поехали. Мы покоряем горы. Покоряете или покоряете? Мы покоряем горы. Давайте вы будете покорять площадку лучше. Пойдемте, все. Спешивайся с велика и пешочком давай через дорогу. Мишель, веди, перейдешь дорогу, потом поговорим, дочь. Вон наша площадка уже. Что-то там куча каких-то подростков на нашей детской площадке. Сейчас мы всех разгоним. Девушка, у тебя такие красивые волосы на солнце, обалдеть. Круто. Ты что, крутилась сегодня или они сами так сажались? Столько великов, мы не единственные. Мама, они с этим поедут. Макар, давай, давай. Так лучше. Что, идете на качели, на горке? Я на качели. Ну давайте, вперед. Мама будет из засады наблюдать, а? А ты видишь, там девочка играет с родителями? Так, и что вы тут встали, мне интересно знать. Макар, пойдем. Давайте на площадку, пошли. Макар, пошли, Искери. Качели — это в любом возрасте кайф, да, Ев? Да. У нас все любят качели. Кто бы ни пришел, Лера с ней, с детьми, Ника, Ева, все качаются на качелях. Макар сегодня выбрал почему-то детскую качель. Он сам попросился, Ев? Да. Ага. Он любит качать. Яу. Качать тебя? Да. Сильно? Да. Ну, давай. Играют в какую-то непонятную для меня игру. А, ну это американский футбол, походу. Девчонки все выше пацанов на голову. Смешно так. Оу! Сейчас иду.